Это лобби, которое мы делали когда-то. Полностью эти C-channel'ы на стене, всю эту железную конструкцию, вход в лифт, это тоже делали мы, в общем, всю хуйню, которая как бы на стенах, это делали мы. Вот этот архитектор придумал такую вот хернюшку. Потом полностью весь металл, который в этом коридоре, вернее, в этом лестничном пролете. Все делали мы. Опять лифт. Ну, вернее, эти пластины, которые как бы в лифт идут. Все вот эти вот болты согнутые, эти всякие эти херни. Красивенько так все сделано. Тут я тоже успел отметиться, когда это, ну, тут демолишн был, написал на стене. Оказывается, это все типа это дизайн такой. Вот. Это здание называется Гарвижир. Здесь раньше типа этот вокзал был, типа там то все. Потом, короче говоря, здесь отель был. В общем, в этом билдинге мы полностью, ну, не полностью, мы делали очень много металлоконструкции, всякой херни. Сейчас покажу другую работу. Вот. Это лобби самого этого Гарвижир, что мы делали. Железные пластины типа на углах, всякая херня. То есть все, что здесь железо, это делали мы. Как бы вот входы в лифты, все эти железки мы еще будем продолжать делать. Он сейчас инженер прошел, с которым сейчас надо будет перепиздеть. Вот эта вся херня. В общем, короче, вот так вот. А вот инженер с архитектором. А, типа, пацаны пиздят, бля. Что они будут делать? Один наибуривает другого. Вот. А эта херня у меня один раз наебнулась, так не по-детски, я ноги не выставил. Короче, я мою балку поднимали, а она как перевалилась через себя. Я думал, я там усрусь в кабине. Ну, как бы нормально. Но опять же, вью всей этой херни с другой стороны. Это старый порт Монреаля. Туда. Весь этот паркинг eventually будет застраиваться. Okay? It's not my job. Yeah, I'm making video.